Так, это второй зал. А здесь тоже автопром советский представлен. Обзор мы быстренько пробежим. А по другой стороне там стилизация. О, велосипеды Моторола. Дрыжпак. Это, короче, велосипеды с моторчиком. Которые самостоятельно обычно пацаны во дворах делали. Брали моторчик и прикручивали к велосипеду, получался дрэшпак. Так, быстренько посмотрим автопром и на другой стороне, как мы жили, быт. Такие комнаты стилизованные. Тут уже не без надписей, так что мотоциклы, мотоцикл. Кто выпускал, когда выпускал, кстати, прикольно. Так, ну даже тут люди ходят, поэтому от них спрятаться не получится. Они где-то нарыли милицейский, ну или перекрасили. Нарыли просто с коляской и перекрасили. Тут еще вот стоит с коляской, не стилизованный уже. А, тут еще мопедики. Ява. Ну да. Ява и Иш планета смерть. Ну, на ПВ что-то нету тут как раз, по-моему. Вот в такие игрушки мы играли. И ничего, нормально, без всяких покемонов. Вон там Карлсон есть. Вижу, который живет на крыше. С моторчиком. Коляска у меня такая была, только красная. И большая ходячая кукла тоже была. Так, заканчиваем с автопромом. Ой, там еще холодильники есть. Москвич. Москвич. Зелененький. Ну, это уже более такой. Ближе к современному периоду. Автопром.